На федеральном уровне разработана программа по сокращению числа инфицированных. Одна из форм борьбы со СПИДом – пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни, а также проведение информационной работы с молодежью, которая в первую очередь попадает в группу риска. В нашем районе правление по делам молодежи и специалисты Славянской ЦРБ на днях провели профилактическое мероприятие среди учащихся профессионального училища 45 «Я будущий родитель», направленное на пропаганду здорового образа жизни и предотвращение распространения СПИДа среди подрастающего поколения. С ребятами встретился врач-гинеколог, который рассказал, как защитить себя от СПИДа. Такие встречи с молодежью будут проводиться и впредь. Ведь предупрежден, значит вооружен.